Не будь жертвой на экзамене. Из цикла «Как сдать экзамен с удовольствием». Есть одна распространенная тактика нашего студенчества на экзамене – давить на жалость. Бровки домиком, уголки губ опущены, протяжные гласные. Ну, пожалуйста. Это может сработать, но лишь в случае, когда у преподавателя женская модель поведения. Она не зависит от реального пола. И сильно чувство сопереживания. Но можно нарваться на хищника. Хищник – это агрессивный преподаватель, занимающийся очисткой студенческих рядов от неконкурентоспособных особей. Как только студент проявляет себя в качестве жертвы, такой преподаватель на него набрасывается и разрывает на части. Если перед вами преподаватель-хищник, ни в коем случае не ведите себя как жертва. Не дергайте ногой под столом, вибрации корпуса все равно будут видны, и хищник нападет. Не теребите листок и не крутите ручку, хищник нападет. Проявляете дрожь в пальцах, хищник нападет. Умоляюще тяните гласные, хищник нападет. Произносите фразу «Я волнуюсь». Хищник нападет. Почувствуйте хищника, глубоко вдохните и выдохните. Ненадолго взгляните хищнику в глаза и спокойно, настойчиво, ровно произнесите свою победную речь. Из цикла «Как сдать экзамен с удовольствием» от Романа Мельниченко.